5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд топовой базы Гера или Чира. Я ее не рейдил, но я посмотрел на ютубе. Она довольно-таки большая, но довольно-таки просто ее зарейдить. Здесь она вся такая каменная, огромная, скажем так. Здесь еще байк, по-моему, должен быть, да, вот он стоит. Но тут вроде как только бензин, да. Всего понадобится две сихи, чтобы получить... скажем так, очень даже топовый лут. Здесь у нас пикап что-то есть, нет? Взрываем где-то вот здесь в любом месте, вот здесь в этой стеночке. Наверное, тут пойдет. И потом идем дальше. Так. И идем вот сюда, вот в это вот помещение. Взрываем прямо вот здесь. Здесь ящик стоит, тут очень много блоков. В первом же ящике. Так, готово. Третью волну пока не стал вызывать. Заберу пока лут из этих ящиков. Здесь, как говорил, блоки. Это пока что сюда положу. Сколько? Уже 15 блоков. Все, да? В этом ящике катанки. Хоть и покоцан, но мне как раз они пригодятся, чтобы избавиться от третьей волны. Чувствую, блока мне не хватит. Здесь миниганчик. И здесь скар. Хорошо. А здесь что было? ВС. Все, отлично. Сейчас я быстренько вызову третью волну. И умру. Готово. Сейчас забираем этот труп. Я взял еще одну С4. Хочу просто взорвать напоследок одну стенку и посмотреть, ну, если разобьется какой-то ящик, что там может быть внутри. Мне кажется, две сишки вполне хватит, чтобы залутать, тут все забрать. Потому что лута тут еще много, я еще не все показал. Но, тем не менее, посмотреть, что там есть еще, хочется. Это мы сюда, это вот сюда, это вот сюда. Нахрена бинты еще взял? Ладно, не суть важно. Здесь мы залутали. Второй ящик я еще не показывал. Вот тут, собственно, катаны. Так, вот это я положу. И вот это я все заберу. Вот так. Я уже полный, блин. У меня уже места нет, куда это складывать. Здесь чего у нас? Рюкзаки. Ну, это неинтересно. В этом ящике, опа, два калаша. Это хорошо. Сделаем пока вот так. Временно. Дальше у нас ничего, броня побитая, здесь ничего, уже все забрал. В этом ящике эмочка, вот так вот сделаем с эмочкой мы. И вот последний ящик, да. Давайте два удара дам, и вот я хочу вот это место взорвать. Не уверен, что... хотя можно вот здесь попробовать проломиться пока что, вот здесь, посмотреть, если тут вообще есть ящики. Готово, ребят. Сейчас я вам покажу, что я тут наделал в итоге. Мне осталось, получается... А что, у меня топоры еще есть? Нет, хотя бы один. Где-то еще валяется. Блин, топоры. Во, найс. Сломал я, в общем-то, вот здесь. Здесь ничего нет, как вы видите, только радио стоит. Сломал я вот здесь. Здесь есть пару ящиков. Ну, один ящик, вернее. Здесь вот второй. И надбил вот эту стеночку. Хочу заглянуть туда, так как тут сушилка есть. Посмотреть, что в этом месте. Но сначала взорву вот здесь. Вот где-то вот здесь, наверное, взорву. Да, думаю, будет правильно. Получается, взрываем. Забираем то, что не забрали. Где у нас катаны, кстати, еще были. Сорян, что так бегаю, но... Подожди, где реально катаны? Я не понял. Что-то я не отупляю. Где катаны? Катаны, катаны, катаны. Здесь, что ли? Нет катан. А что? А, я же топоры заменял. Фу ты. Ищу катаны. В общем, взрываем вот здесь. Открываем вот этот ящик. Дробовичок. Хорошо. Здесь ничего нету. Идем, значит. А тут взрывать-то, блин, тут взрывать не надо было. Я не заметил, тут солома тоже. Ладно, ничего страшного. Сишек у меня много, поэтому, по сути, я ничего не потерял. Я хочу зайти вот сюда. Громилка, пожалуйста, не мешайся мне. Но тут тоже, как вы видите, ничего нету. Можно вот сюда громилу позвать, чтобы он желательно меня не бил. Так вот. Надеюсь, топора мне этого хватит. Хватило. Но тут тоже, как вы видите, а тут сейф стоит. Топорик. Ну, давай попробуем еще разочек. Вот
А, здесь сишка нужна. Везде нужна С4. Ладно. Тогда просто сваливаем отсюда, идем на базу, смотрим, что нам удалось отсюда вынести. Так, вот, собственно, весь лут, который мы оттуда вынесли. Это получается 14 катан, 2 мачете, 2 разрушителя, дробовик, миниган ВСС, 15 глоков, 2 калаша, скар и эмочка. Очень топовый лут, учитывая то, что мы потратили всего 2 сихи. Реально, для этой базы это всего 2 сихи, потому что есть намного хуже базы, и там тратишь намного больше сих. Ну, там 3, 4, может даже 5. Не знаю, такие базы уже рейдил. А здесь 2 сихи. Ну, третью не считаем, потому что я хотел проверить, и то я лоханул с этой проверкой. Потому что взорвал не там. Плюс еще 5 галлонов бензина, 5 канистр бензина. Ну, а на этом все, ребятки. Надеюсь, этот рейд вам понравился, и вы оцените его лайком. Пока-пока. Сорян, не то поставил. Пока-пока. До скорых встреч.